Так, Сергей Валерьевич Железов, вас снимает камера, улыбнитесь. Короче, я с серьезным вопросом, меня начали доставать. Вот. Значит, вопрос такой. Продаешь ли ты манчжурские абрикосы, не привитые, корни собственные? На весенний сезон, к сожалению, ничего нет. Так, вот это здорово. Это, то есть, ты еще будешь выращивать, доращивать? Ты меня слышишь, а то у тебя наушники. Да, я слышу, я почти все сделал. Так. А ты в данный момент, смотрю, за сливы взялся? Угу. Ого, какой сорт прививаешь? Это чернослив Козловского. Да? Ух ты, знаменитый сорт. Так, ладно, что я тебе скажу. Кстати, вот они, прививки на манчжурца. О, да, я покажу людям, что такое прививки. Вот они. Прививки как можно ближе к земле, правильно? Не больше двух почек, правильно? Вот. Ладно, с этим понятно. Ну для так. Не меньше двух почек. Не меньше двух почек. Так, теперь меня интересует, знаешь что? Что мне человеку ответить? Вот смотри, ты категорически сказал. Дело вот в чем. У нас там растет самосев. Я когда посадил эти самые яблоньки, вокруг получился квадратный метр черной земли. И в это время с абрикосов падало. Эти же самые манчжурские абрикосики, плодики, взошли щеткой. Вот. Некоторые достигли полуметра, то есть высоты колена. Ну что, я предложу свои люди. Да, предлагайте, если я сказал, что нет, значит нет. Ты сказал нету, значит нет. Значит, я это самое предложу. Почему? Ну, потому что земляки же, ё-моё. Курагина-то в двух шагах. И сами приедут, накопаем. Ну все, ладно тогда. Я его сказал, я специально у тебя спрошу, да так, чтобы слышали все. Угу. Вот. Все понятно. Так, что тебе заодно? Земля-то тает в этом году странно, довольно рано. Что же делать-то? Посылки будут собираться на следующей неделе, если про это речь. Не, они на следующей неделе, по-моему, еще не оттают. Нет, все, уже оттают. Уже по плану. А когда бы успел, ты давно ли с это? Ну ладно, не лезу я в твои дела. Сказал на следующей неделе, высылаешь посылку. Да. Знаешь, высылаешь. Ну вот для всех обязательно. Вот просьба, вот не задавать лишних вопросов, когда отправим. Сроки четко прописаны, то есть. Да? Начало апреля, то есть там. Ну, как земля оттаяла, так сразу отправляем. Просто вот эти лишние сообщения и вопросы время отнимают. А весной вот прям нет совсем. Вот для тех, кто смотрит и канал, ну, все ясно. Короче, вот сразу вот короче скажу, мой сын зануда. Я не зануда. Зануда. У меня просто нет столько времени на вопросы отвечать не по существу, которые... Один раз вот так же, я помню, обозвал Тимошку, твоего этого крестного сына, занудой. Проходит неделя. Что-то я его отвечал на вопрос, отвечал, он меня слушал, что говорит, дед, а ты зануда? Да знаю, знаю. А ты знаешь, что я уже... Плюс 20, и у них там трава зеленая, и вот начинается вот этот поток сообщений. А разве плохо? А у меня времени физически просто нету, вот просто на эти вопросы, которые... Посылай ко мне. Ну, послать это тоже надо время найти к вам. Дело в том, что я уже не одну флешку заработал. Сусед, или как там? Нет, ну просто они спрашивают, когда я отправлю, у них там уже тепло и так далее. То есть я вот отвечаю. То есть, ну, все понятно. Ну ладно, все, я пошел, а то ты такого еще наговоришь, нет, что нет. Они вообще звонить будут бояться. Так, все, пока. Ну что, слышали? Разговор непростой. Вот, честно говоря... Честно говоря, я его понимаю. Вот эта прививка, видели? Я же не просто подошел. Вон, смотрите. Несколько секунд один, несколько секунд другой. Вот, и он уже сразу становится. Ты почем продавал непривитые? Я уже не помню. Я помню, 700 рублей. Продажами Татьяна Александровна занимается. Я... Ну, ты, по-моему, ты говорил мне 700 рублей. Когда-то. Ну, все понятно. Короче говоря,
Что я сейчас делаю? Я своему клиенту из Курагинского района, это рядом с Шушинским районом, вот, когда-то на лошадях ездили к соседям, там, на самогонку, а сейчас, вот такая картина, сейчас мы идем в питомник, вот, видите, горшки, следующий этап будет прививка груш, вот они, прививка груш, смотрим, да, а вон там яблони, а что за яблони? Они прямо по тайге выкопаны. Вот так вот. Ну, это как бы картина для того, что действительно, вот сейчас посмотрит 100-200, а дай бог 1000 человек этот фильм, вопросов будет меньше. Считайте, я упреждаю их. Как я упреждаю? Итак, смотрите. Значит, что такое манжурский абрикос? Манжурский абрикос, вон он. А если бы ближе, это гигантская дерево. Забором, который видели, да? Если я правильно показал. Вот оно. Теперь дерево, это 40 лет, это последний урожай 40 ведер. Все прекрасно, вы уже все знаете. Его судьба через год быть спиленным. Выпросили еще год у меня, чтобы с него получить свежие косточки. Друзьям не могу отказывать. Потом начнется бензопила. Назначен был преемник ему. Вот этот. Летом он выглядит огромный, а сейчас он кажется маленький. Посмотрите. Вот он, видите? Вот. А что вы видите, нет? Уже когда было собрано с него примерно 25 ведер, я не преувеличиваю, собирали каждый год, материли, собирали, когда 150 трехлитровых банок было, уже было готово. После этого, внимание, вы поняли, какие урожаи? И вот человек, который вдруг говорит, а мне в этот Курагинский район, именно манжурский, я скажу так, я вам предлагаю сеянца вот этого, это номер раз. И вот этот красавец номер два. Так. Дальше случилось такое чудо. Итак. А, да, с этого начнем. Здесь был посажен вот этот саженец. Ну, один из экспериментальных саженцев. А вот здесь получился квадратный метр свежий, насыпанный, то есть холм был насыпан. И на него падали косточки. И, внимание, видели, да? И эти косточки стали сеянцами. Вот такой сеянец, я сказал этому самому, если он приедет сам лично, речь уже шла где-то о 10-20 сеянцах. Чем они хороши? Зашли не все. Почему? Здесь такой же ковер был, как вот этот ковер. Значит, взошедшие — это самая ценная вещь на свете. Итак, директор института, Миасского института настоящего, это института настоящий, полковник, в смысле директор, который у меня купил сеянцы, вот такие вот, они были под патриархом, они были вот такие вот, я ему по 30 рублей их продал, через 5 лет заплодоносили, а еще через 3 года 50 килограмм с дерева, это его доклад официальный, до 50 килограмм с дерева, в то время как соседнее научное учреждение дало не 50 килограмм, а 500 грамм, то есть в 100 раз меньше. Вот это я сказал товарищу, он говорит, наверное, я приеду. Вот они, видите? То есть, если Ваулину вот такие я высылал по тридцатнику, ну, это было лет 12 назад, то моему еще неведомому другу с Курагинского района по 300 рублей вот такие докопаю. Вы слышали сейчас только, что сказал Сергей? Сергей сказал, я те, что на грядках, выращены из косточек, они же, я их продавать в этом году не буду. Поэтому это касается Курагинского товарища и тех, кто еще вдруг захочет начать точно так же. Почему? Потому что вот эти вот деревья, а кстати, вон то дерево, видите, вон то, что подальше, вот
рогулькой. Тоже 40 ведер дало. Телевидение снимало, так что обмануть я вас не смогу. Я могу сказать, что там больше 40 было, а что меньше, не могу. Не имею права. Итак, смотрите, с такой густотой росли, я же их не трогал, сюда не насыпал. Вот с такой густотой здесь все было в косточках. А вот здесь такой же был квадратный метр, круглый, не квадратный, а круглый метр. Вот этой свежей земли. И, видите, вот с этих деревьев манжурис. С них-то сюда, это сейчас они, это было называлось обрезка на омоложение, раз, и к огромному, это, считайте, трава для советской науки. Ни рылом, ни ухом, не повели глазами, не повели ничем, когда я уничтожил самый крупный манжурский абрикос. Вот он, смотрите. Вот этот красавчик. Теперь вы догадались, откуда в 3 метрах растет вот это изобилие. Вот. Ну, вроде все сказал. Итак, 300 рублей. Я это заработал, надеюсь. Почему здесь такие посаженные, вот такие, мягко говоря, не совсем удачные растения? Сергей собирался выпиливать. У меня нервы не выдержали. Так как все равно я спилил ненужных, сильно много было манжурцев, сильно много, да? Вот. Тогда я и сказал себе, а ну-ка спасу-ка я эти, пусть он вот так уродливо выглядит. Ну не мог он продать, ему уже 3 года было. Вот. Вот этому 2 года было, ну не мог продать, ну не выдержали нервы, взял, посадил. Еще один такой же, ну не мог я выдержать этого, извини за выражение, такого. Кстати, вот как выкапывал, видели? Эта метка смотрит на юг. Вот. И, наконец, если это еще был манжурис, который огромный был и не давал расти дерево, которое называется абрикос мичуринский, так, вот он, видите? То, еще покажу огромный пень, сейчас, вот он. Вот это рос Серафим, ему скоро было должно исполниться 30 лет, вот он. Он рухнул, 30 ведер с него было взято плоду. 30 ведер, третий раз говорю, 30 ведер. Все собрать не могли, это более ценные, это уже не манжурские. Видите, это уже культурные. Вот, ну, сколько смогли, собрали. И так как он рухнул таким образом, что не удалось спасти ни одной ветки, вот, он разломался и рухнул, от него остался один пень. И раз здесь росла косточковая культура, вот это вот, если это была косточковая культура, значит, садим семечковую. Опять же, говорю, Сережа, я не могу увидеть, как ты будешь сейчас выпиливать. Он много ценных деревьев выпиливает, когда их не покупают. Вот, а и вот я еще одну спас, видите? Интересно, кого? Ну-ка. О, квинти. Квинти я привез с Украины. Вот, ну, 2 дерева квинти, это не серьезно. Вот это будет 3-е. А так, в стране земли для нас нет. Участок не маленький, 0,5 гектара. Было 5 гектаров, но оттуда выжгли, прямо огнем выжгли. Вот, такой злобный народ у нас. Ладно, мы это проходили. Что еще сказать? Не вздумайте осенью убирать листву. Вот от той листвы осталось, ну, 10%, которая была. Густейший слой. Вот, это пища деревьев. Не смейте, не воруйте чужое. Вот, дураков хватает, которые заставляют делать тупую, ненужную работу. Лишнюю, это же собраться все это, сжечь. Вот, заодно поджечь соседей, поджечь целые поселки, сжигают эту траву и листву, уничтожают целые поселки. А в этих до сих пор 24-й год, вот, и до сих пор сжигайте траву, сжигайте, уничтожайте, вот, до сих пор, вот именно сейчас, сию минуту, этим полны все источники, вот, ничего не меняется, эти... Пожарники хотя бы не молчали, или пожарные, как их правильно. Вот, и те запрещаем.
Да тайком жгут. А некоторые в наглую, мол, для всех пожарных не хватит. Жгли, будем жить. Причем уничтожают плодородие, самое настоящее. Вот. Вот оно. Вы что это, знаете? 10-метровое дерево. Нарядная эфимова, мировой лидер. Ни одной подкормки. Но открываю страшный секрет. Страшнючий секрет. Здесь, видели? Вы думаете, что здесь за холмик делает? Сказать? Здесь была огромная, не огромная, метр на метр на метр, яма, в которую 2 года я кидал эти самые бытовые отходы. С города привозил, кидал. Одна. Вот там была вторая яма. Вот тут была третья яма. Ее не видно, она как бы сгладилась. И вот тут была 4-я яма. Примерно здесь. У меня есть фотография, где-то в этом районе. Вот. И теперь нарядная эфимова и это самое сварог. Давай по 35-40 ведер в год. Ну, не каждый год, но почти каждый год. Вот. Питаясь этих ям отходами. Вот. Сколько говорить, сколько говорить, сколько говорить. Не выбрасывайте вообще это. Кроме пластика и стекла. Все в деревню. Все в ямы. Это же готовое удобрение. Нахрена вам покупать? Это эти самые перегной, когда у вас за год этих отходов. Вот. А вот это мне стало интересно. Кто раздолбал орехи манжурские? Лежали, никому не мешали. Я все не мог собрать, потому что урожай от них. Вот он. Огромный, кстати, крона орехов. Сомкнулась с кроной 2 культурных груш. Видели? И ничего им не делается. И уровень не влияет никак это. О, пчел отгоняет. Ох, не будет опыления. Да от этого опыления у меня тут каждый год гниют десятки этих ведер груш, потому что падает они оттуда, с 10 метров. И то остается только гнить или на семена. Ну, наговорил я вам? Наговорил. Надеюсь, поможет. Еще раз. Это неприкосновенно, не смейте. Вот, видите, посмотрели и на место аккуратно положил. Все, не смейте, не ваше это. А кто это раздолбил? Ух, интересно, может, белка завелась. Белка щелкает орешки, помните? А орешки непростые, у них скорлупки золотые. Кстати, они у меня золотые, такой орех. Вот видите, долбили. Может, это мыши. Вот. Или белка с леса прибежала. Вот. Вот тоже. Ну что здесь делает шишка, которая никого. Тут нет близко ни одной сосны. Ну и времена. Ух ты. До того интересно. Ой, до того интересно, ребята. Ну что, закончим на этом. Как назвать? Это вот самое. До того интересно. Вот. Деньги под ногами валяются. Вот. Видите? Это в прошлом году я не собрал. Ценнейшие плоды груш. Вот они. Вот они. И кто-то считает, что это страшная вещь. Ой. Как можно под деревом оставить гнилые груши? Ничего не понимаю. Понавыдумило, только бы людям не давать спокойно жить. Ведь давно уже этот самый дачи превратились в каторгу. Не надо арестовывать, не надо спецназ, не надо в наручники, не надо людей отправлять в эти самые, в Сибирь, мы и так в Сибирь живем. Вот. Не надо заставлять работать, только начитаются всякой херни и начинают перекапывать почву. Вы представляете перекопанную почву вот отсюда и вон туда, видите, где соседский участок, он желтеет. Вы представили, что вот это все перекопано? Это только третья часть моего. Вот это вот, третья часть. Что, с ума сошли? С глузду съехали, а, панове? Учителя. Чуть не выразился матом.